улица Московян, 17. Общеобразовательная школа номер 8 имени Александра Сергеевича Пушкина. Контингент. 1940 учеников. Начальные классы 703, средние классы 916, старшие классы 321 ученик. В школе работает 130 преподавателей. Директор школы Матрощан Мариэта Вазгеновна, преподаватель русского языка и литературы, заслуженный учитель Республики Армения, почетный доктор Российской академии естественных наук в области педагогики, лауреат Пушкинской премии. Школа номер 8 города Еревана. Первая русская школа-десятилетка в Армении. Основана в 1937 году. Это был год столетней годовщины со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина, и школе сразу было присвоено имя великого русского поэта. С первых же лет школа стала активным проповедником образования, культуры, нравственного и духовного воспитания учащихся. Способствовала этому деятельность педагогического коллектива, который по праву во все времена был в авангардах лучших представителей республики в области образования. В 1949 году, к 150-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, перед зданием школы был установлен памятник поэту. На постаменте высечен его призыв: «Мой друг, отчизне посвятим, туши прекрасные порывы». Для пушкинца это не просто слова. Выпускники школы традиционно пополняют собой ряды творческой и технической интеллигенции республики. Это ученые, инженеры, строители, дипломаты, учителя, руководители научных лабораторий, журналисты, актеры, музыканты, художники, политики. Патриотизм, корнями уходящий в далекие 30-е и 40-е, и сегодня является одним из главных факторов в деле воспитания молодежи, приобретая новые формы на уровне международных ценностей, подчиняясь главной концепции современной школы – воспитание образованной высоконравственной личности, имеющей четкие гражданские позиции. В 2004 году Европейской академии общественных наук школа была награждена дипломом и медалью выдающегося ученого Альберта Швейцера за высокие достижения в области педагогики. Грамотно сочетая образование, культуру, нравственное и духовное воспитание учащихся, школа стала активным проповедником русской, а через нее и мировой культуры в Армении. Сознавая неоспоримую важность и ведущую роль русского языка в современном мире, как языка межнационального общения, в школе ведется работа по углубленному его изучению с использованием современных методик. Отдавая дань родному языку и литературе, в школе идет пропаганда русской культуры и литературы как проводника общечеловеческих ценностей. И несмотря на то, что с 1988 года преподавание в школе ведется на армянском языке, изучение русского языка и русской литературы поддерживается на традиционно высоком уровне. Официально это подтверждено решением коллегии Министерства науки и образования Республики Армения. Школа имеет статус школы с углубленным изучением русского языка. В 2007 году указом президента Российской Федерации господина Путина Владимира Владимировича директор школы Матрощан Мариэта Вазгеновна стала лауреатом Пушкинской премии, получив медаль Пушкина за вклад в развитие русского языка в Армении. 6 июня 2007 года президент Российского фонда культуры Никита Михалков наградил школу грамотой за многолетнее служение культуре и приобщению детей и юношества к поэтическому и нравственному наследию Пушкина. В сентябре 2007 года директору школы Матрощан Мариэте Вазгеновне от имени президента Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Владимировича Кривопускова была объявлена благодарность за большой вклад в развитие российско-армянской дружбы, подготовку и проведение Дней русского слова в Армении с 11 по 17 сентября 2007 года.
школьное методообъединение русского языка является центром разработок новых методов преподавания и повышения эффективности урока. Во многом способствовали этому курсы усовершенствования учителей, организованные Московским институтом языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Учителя школы неоднократно были слушателями этих курсов, что послужило качественно новому подходу к урокам русского языка и литературы. Учителя Пушкинской школы города Еревана всегда отличались высоким профессионализмом. Особой заслугой учителей нашей школы считается их владение двумя языками – армянским и русским, что дает им возможность одинаково профессионально вести преподавание на обоих языках. Традиционно особое внимание в школе уделяется нравственно-эстетическому воспитанию. В 1992 году учительницей словесности Шахбазовой Тамарой Хачатуровной в школе был основан научно-методический кабинет русского языка и литературы имени Александра Сергеевича Пушкина. Кабинет носит практический характер. В нем собран и используется преподавателями школы богатейший материал по нравственно-эстетическому воспитанию учащихся. Тематический указатель по курсу «Воспитание Пушкиным», собранный и разработанный Тамарой Хачатуровной, состоит из 150 глав. Богата история школы и визитами знаменитых российских деятелей политики и культуры. Знаменательной стала встреча коллектива школы с первым послом Российской Федерации в Армении господином Ступишиным 6 июня 1992 года, в день рождения великого поэта. В феврале 1999 года школу посетил мэр города Москвы Юрий Михайлович Лужков. Этот год был особенно знаменателен тем, что школа отмечала сразу два юбилея – 130-летие со дня рождения великого армянского писателя Хованеса Туманяна и 200-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. На прощание Юрий Лужков дал высокую оценку работе школы, записав в книге почетных гостей следующие слова: «Восхищен вашей прекрасной школой. Счастлив, что смог ее посетить в славную годовщину 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Поражен вашим, ребята, знанием русского языка, языка Пушкина. Никогда не забуду этих минут». В мае 2003 года школа имела честь принимать у себя Людмилу Александровну Путину, супруга российского президента, ныне премьер-министра Российской Федерации, принимала участие в церемонии награждения победителей Международной олимпиады по русскому языку стран СНГ и Балтии, на которой ученик 10 класса нашей школы Торосян Николай занял почетное призовое место. После возложения цветов к школьному памятнику Пушкину была организована встреча супруги российского президента с учителями русского языка и литературы, после чего учащиеся школы выступили праздничном концерте, на котором прозвучали песни русских и советских композиторов 60-70-х годов. В октябре 2004 года школа принимала супругу председателя Совета Федерации Государственной Думы Российской Федерации госпожу Миронову. В составе делегации, посетившей школу, была супруга посла Российской Федерации в Республике Армения госпожа Дрюкова. В книге почетных гостей госпожа Миронова оставила следующую запись: «Выражаю искренние слова благодарности за возможность посещения школы номер 8 имени Александра Сергеевича Пушкина, школы, являющейся не только примером блестящих педагогических традиций ни одного поколения армянских педагогов, но учебного заведения, олицетворяющего лучшие достижения в области преподавания русского языка и литературы, а также пропаганды российской культуры в целом. Традиционным является участие наших учеников во всех конкурсах и фестивалях, проводимых Армянским центром развития русского языка, обществом «Друзья России», Союзом армян России, Российским центром науки и культуры, армянским представительством Россотрудничества. В апреле 2002 года на конкурсе любителей русской поэзии школа представила литературно-музыкальную композицию «Отшельники, скитальцы и поэты». Конкурс был организован посольством России в Армении, а также управлением образования мэрии города Еревана и организацией «Друзья России». Посол Российской Федерации в Армении господин Дрюков вручил школе диплом первой степени за победу в этом конкурсе.
В октябре 2003 года школа принимала участие в программе «Дни русского языка и литературы», посвященной 175-летию присоединения Восточной Армении к России, проводимой Союзом Армян России и Армянским центром развития русского языка. Помимо участия в общей программе, в школе были проведены Олимпиада по русскому языку и литературе, культурологическая викторина, конкурсы выразительного чтения, инсценировки и литературные композиции. В мае 2004 года Армянским центром развития русского языка был проведен фестиваль «Золотое кольцо России». Ученики нашей школы представили литературно-музыкальную композицию о Москве. Школа имени Пушкина была и остается проповедником русской культуры в Армении. Способствуют этому и традиционно дружественные отношения с московскими школами. В марте 1999 года в рамках визита делегации от управления образованием мэрии города Еревана директором школы Матгашян Маретой Вазгеновной были установлены деловые контакты с управлением образования Юго-Западного административного округа города Москвы со школами номер 1110 и 353. Делегации этих школ во главе с начальником управления образования господином Тихоновым неоднократно были гостями школы. В рамках программы пребывания московских школьников в Армении по приглашению Союза Армян России и госпожи Беллы Кочарян учащиеся московской средней школы номер 1197 посетили и нашу школу, где была организована праздничная дискотека для школьников Москвы и Еревана. В январе 2004 года школьные вокальные ансамбли «Росинки» и «Шмаки» по приглашению Управления образования Юго-Западного административного округа города Москвы стали гостями столицы. В здании «Итар-ТАСС» пушкинцы совместно с хореографическим ансамблем русско-армянской московской школы номер 1110 «Цветы Армении» выступили перед армянской диаспорой. В 2007 году школа получила приглашение посетить Москву и принять участие в книжном фестивале «Библиообраз-2007», посвященном проблеме чтения среди детей и подростков. Школа представила разработанную в течение многих лет методику вовлечения детей в процесс чтения посредством внеклассных мероприятий. Это литературные композиции и инсценировки. Директор школы Матгашян Марета Вазгеновна в клубе профессионалов в здании Манежа, где проходил фестиваль, изложила методику по вовлечению учеников в процесс чтения, успешно практикуемую в школе на протяжении многих лет. Учительница русского языка нашей школы Саркисян Марина Курюновна представила авторский сборник литературно-музыкальных композиций. В Манеже силами учащихся русско-армянской школы номер 1110 была представлена одна из этих композиций. Доказательством высокого уровня преподавания русского языка в школе является победа на 12-й международной олимпиаде школьников по русскому языку ученицы 11-го Б-класса нашей школы Сирине Месисян. Она была признана абсолютной победительницей олимпиады, а второе почетное место заняла ученица того же класса Хачатурян Марьям. Учительнице русского языка и литературы нашей школы Дорошук Нине Владимировне за обучение и подготовку учениц от имени организаторов 12-й международной олимпиады по русскому языку была объявлена благодарность. С 1998 года в школе успешно работает русский сектор для учащихся граждан Российской Федерации, где преподавание ведется на русском языке. На прошедшей с 5 по 10 октября 2009 года в Москве 7-й международной олимпиаде по русскому языку среди учащихся старших классов школ с русским языком обучения государств-участников СНГ и стран Балтии ученик русского отделения нашей школы Меликян Филипп был награжден дипломом второй степени. В рамках Олимпиады проводился конкурс электронных презентаций «Портрет моей страны», и делегация нашей школы победила в номинации «Яркая декламация». Команда «Апога» нашей школы, что в переводе означает «будущее», несколько раз занимала призовые места в интеллектуальных играх «Brain Ring» и «Что, где, когда», организованных Международным центром российской культуры «Гармония» и Армянской ассоциацией «Что, где, когда». Созданный в школе в 2000 году эстетический центр «Ереван» объединяет детей по самым разным интересам.
танцевальный ансамбль «Картинки с выставки», вокальные ансамбли «Росинки» и «Шмаки», неоднократные победители республиканских конкурсов и фестивалей. А школьный театр пантомимы «Бесконечный театральный остров» – лауреат нескольких международных театральных фестивалей. На протяжении более 70 лет в школе имени Александра Сергеевича Пушкина сменилось несколько поколений пушкинцев. В школе учатся дети, внуки и правнуки выпускников нашей школы. Это также прекрасный пример сотрудничества между школой, обществом и семьей. Пушкинцы и в школе, и дома усваивают культурные традиции России и осознают ценность русского языка, его значение в деле сохранения мировых культурных ценностей. Традиционно многие выпускники нашей школы продолжают свое обучение в высших учебных заведениях России и в тех вузах Республики Армения, где обучение ведется на русском языке. Наше сотрудничество с российскими общественными и культурно-просветительскими организациями и московскими школами носит содержательный и динамичный характер. Оно живет и развивается согласно провозглашенному пушкинскому девизу «Да здравствует музы, да здравствует разум!»